Так, Дмитрий, вы на меня теперь это как-то внимание и доброжелательное, чтобы я вам очень доброжелательно спросила вот того, чтобы от вас шли эти как-то дружелюбные манации, тем более я вас вообще не вижу, потому что здесь очень яркий свет, и так как бы в этом в дымке. Так, кот, уходи. Это твой хвост из головы тащит. Это такая говорящая голова, и ее хвост такой помешивает. Да. Запишем. Дмитрий, вы определяете вашу эстетику как структурный символизм. Как бы вы сформулировали основные положения вашей эстетики? Как бы вы сформулировали основные положения вашей эстетики на примере работы «Голоса молчания» 1962 года? Но по существу эта работа, она эта работа определила все мое будущее. То будущее, о котором я и не подозревал. Будущее моих, содержание моих картин. Тут и фрески Тосили, и теорема Пифагора, и отпечаток моей руки на теореме Пифагора. И черепа животных, и рыбы. И это их центр всего, вертикаль. Там ключи. Когда я эту вещь сделал, я ни о чем не думал, просто мне было интересно сделать Азию. Я вернулся из Азии к этому времени. Сделать картину, ну, впечатление о земле, которую я видел в большом пространственном таком восприятии. Вот и по существу все, что здесь. И потом я столкнулся уже непосредственно с теоремой Пифагора, которую я писал в разных вариантах в течение многих лет, возвращался к этой работе. Параллельно отпечаток моей руки это я сейчас понимаю, я раньше этого не мог понять просто, потому что этого не было ничего. Отпечаток моей руки – это по существу мои будущие занятия афортом. Потому что когда печатаешь рукой афорт, то невольно вытираешь ее бумагой, и у меня по мастерской афортной по полу валялись вот эти отпечатки моих рук. Ну, также животные, вот там череп животного, это также и лабиринты, это все те темы, к которым я возвращался, рыбы, а ключи это по сути своей, это я сейчас, то есть не сейчас, а позже как-то подумал, скользь это ключи к тому, чтобы понять суть, ключи к моему пониманию сути содержания моих работ. Вот. Когда был у меня в мастерской Жан-Поль Сартр, он еще спросил меня, почему так много ключей. Мы так в шутку, я говорю, да это подсознание по Фройду. Ну, это так, он улыбнулся даже. Ну вот, по существу так развивается. То есть, опираясь на факт твердый какой-то, вот то, что у меня восприятие самого факта, я говорю совершенно о другом.
вот такое несовпадение факта и идеи данной вещи, оно, факт это выступает как отправная точка символа, а потом это развивается в символ уже в процессе живописи. Ну, вот и все приблизительно. Отлично, спасибо. Дмитрий, вы считаетесь одним из основополагающих основателей русского нонконформизма. И русский нонконформизм очень часто критиковался как эскапизм, как некое бегство от реальности в мифотворчество. Что бы вы ответили на подобную критику? А это не критика, по-моему, это, наверное, так и было. Не потому, что мы напряженно относились к государству того времени, а потому что нас окружали информацией, это газеты, радио, телевидение, это только-только нащупало свои первые шаги. И нам просто было неинтересно быть современным в плане изображения современности какой-то. Конечно, нет. Так что это не критика, я думаю, похвала. Сейчас они, ребята, заняты современностью, но сейчас самое время заняться. Во-первых, мы были бы счастливы, если бы нас критиковали. Нас вообще власти делали вид, что нас вообще не существует, как бы. Чтобы не было никакого к нам внимания со стороны. Единственное, кого власти задели впрямую, это Оскара Рабина, потому что он был явно, его живопись была явно социально выражена. И выражена, с критической точки зрения. Это мягко выражает. Вот, и он написал «Помойку 38». Ну, это как раз стояло, он все брал из своей жизни. Рядом с его бараком, у Леонозова, стоял деревянный ящик с надписью 38, и туда все сбрасывали остатки еды и всякое. Ну, это была помойка большая. Ну, и вот газеты и назвали Оскара Рабина как бы главным помоечником, как бы главой помойки 38, куда насчет как раз эта помойка только намекнула на присутствие нас. Но фамилия ничего не это самое. Потому что самую большую рекламу нам делал «Голос Америки» в то время, который глушился, то опять возникал. Вот, и вот там упоминали наши фамилии, наши работы, и намекали на то, что государство как бы равнодушно к этому. Ну, вот. Потом уже
тот же Оскар Рабин, он был во главе такого социального движения, ну или антисоциального, это не суть. Он организовал бульдозерную выставку. После этого это кончилось страшным скандалом, уже всемирным. И даже коммунистические газеты Италии выпустили свою газету с подзаголовком «Жизнь как при фашизме», так называлось это. Вот. И тогда под давлением уже того же Оскара Рабина, и он организовал снова все, была уже разрешена, потому что бульдозер был разогнан именно вот этим бульдозером, чем бульдозер, просто давили работы, чуть не людей готовы были раздавить. Вот. А потом уже выставка в Измайлово. Там была открытая выставка, никаких государство сообразило, что она поступила глупо. И была как бы официальная открытая такая выставка на свежем воздухе, то, что называлось. И уже потом был организован в Москве горком после этой выставки. А до этого еще пчеловодство было на сельскохозяйственной выставке. Две там было выставки. Пчеловодство и другая сразу за ней. И потом уже был организован уже государственное такое учреждение, горком Союза графиков и плакаты чего-то, к чему мы отношения прямого-то и не имели. Ну и там мы выставляли все, что угодно. И посещение было колоссальное, потому что рекламу само государство наше сделало нам в результате. И бульдозерами, и всем чем угодно. Вот, и так вот пошло. Цензуры в горкоме никакой не было. То есть мы выставляли, ну что мы выставляли? Мне, кроме Оскара Рабина, социальных работ никто не писал, потому что мы были настолько далеки и, в общем-то, враждебно относящиеся к любому правительству на территории СССР, что мы просто не хотели, но это подсознательно опять-таки, что мы, каждый жил своим выдуманным миром. Один одним, другой другим. Но вот шестидесятники чем отличались, скажем, от художников сегодняшнего дня. Там группа художников, она ничем не была связана друг с другом, кроме как таким социальным моментом, что мы были не членами союза художников, никем. Что у нас легко было, скажем, как и Бродского, за Тунеядца выслать, тем более Хрущев выставил этот закон, этот самый определил, что могли быть высланы, как Бродский, на 5 лет, к чертовой матери, на край земли советской. Ну вот, нас не трогали, потому что, как я понимаю, мы
себя не объясняли в слове. Если мы были как Синявский Даниэль, который по существу написали вещи, ну, достаточно безобидные. То есть сейчас даже непонятно, собственно, почему их так посадили одного и второго в тюрягу. Так что вот такая жизнь. Дмитрий, вы художник, который очень долгое время прожил в Америке. Да. И как вы считаете, опыт вашей жизни в Америке, какое значение имеет в вашей творческой биографии? Ну, оно имеет, как ни странно, значение. У меня, скажем, американизма в моих работах так получилось, когда я все это просмотрел, вообще не было никакого. А меня интересовали тогда, правда, уже были открыты дороги на запад, но приоткрылся этот железный занавес. Но все это делалось с трудом. А в Америке это было проще. Пошел, купил, показал документы, купил билет, и ты уже, скажем, в Греции или в Италии, или там в Испании, или в Израиле, да где угодно. И я много путешествовал именно в этом плане. Мне было интересно. Америка меня, конечно, поразила, потому что страна удивительная. И она очень, вот то, чего не достает в России, она очень структурирована. От Нью-Йорка до каких-то, вот мы путешествовали по Америке немного, до ну, самых таких небольших селений. Все там одна структура работает. В России работает много структур. Но тут особая стадия. Ваш структурный символизм чем-то походит на поиски символические будущих абстрактных экспрессионистов, как Марка Ротко. Нет, скорее всего, в 40-е годы. А в чем разница? Нет, скорее всего, тут другое. Марк Ротко я видел потрясающую выставку как раз в Нью-Йорке. Такую почти всего собрали, все, что могли, на нескольких этажах. На нас повлиял, я говорю, раз на художников, а на меня в частности, Врубель. Потом я стал... Врубель сначала вообще не выставляли, потом выставили какой-то рисунок Сомова, то есть рисунок Врубеля его жены. Врубель, забыла Врубель. Вот, и так постепенно только начали выставлять Врубеля. А до этого музей, вот этого Пушкинский музей наш, западный, как они его называют, западного искусства, там была многолетнейшая выставка подарков Сталину. Это все скульптуры, все были живы, все убраны были в запасники, на ключи, на замки. И только подарки Сталину от каких-то там рабочих, одного завода, второго, коммунистов Запада. Там,
ужасающие выставки нас заставляли, то есть заставили один раз сходить из школы на эту выставку, я ее запомнил. Вот. И только после смерти Сталина медленно стали выставлять работы западных мастеров. В Куличе была знаменитая выставка Пикассо там же. А как, на ваш взгляд, искусство должно влиять на реальность? Ну, тут, я думаю, обоюдно. Реальность влияет на искусство. И искусство, в свою очередь, тоже влияет. Тут такая двойная взаимосвязь. Но больше на искусство влияет все-таки то, что называют жизнью. То есть, в первую очередь, государство. Или отрицательно, или положительно, это уже. У нас отрицательно, потому что государство во все вмешивается. И пытается направить или так, или это. Это было. Вы называете свое творчество особым видом рентгеноскопии. То есть это рентгеновский снимок реальности. А какая цель у вас стоит, когда вы создаете рентгеновские снимки реальности? Рентгеновские, это мог, я, может быть, был пьяный, когда я это сказал. Не знаю. Но на нас, вот на меня в частности, влияет больше всего на художника, конечно, детство и юность. Потом уже ты или сложился, или тебя сложили, одно из двух. А я учился в художественном училище на театральном отделении. И вот эта смена эпох, ну, спектакли были самые различные, ну, которые нам темы задавали эти учителя. Вот, и мы то Шекспира, то Булгакова, то какого-то советского, я не знаю, там, забытого сейчас вообще драматурга. Ну, и все время мы приходилось с этим иметь дело, и мы всегда... Ну, я лично, да и другие, я думаю, ребята, с которыми я учился, опирались на сбор материала по Шекспиру или там по другим классикам, да и по тому же, скажем, Булгакову. Мы сидели в театральных библиотеках, параллельно пересмотрели все книги, касающиеся этого или того времени. Потом еще была очень важная вещь, которая сейчас как-то забыта. Но сейчас это трудно все понять, потому что время было совершенно не похоже на сегодняшнее. Вдруг Хрущев объявил, что каждый желающий может посетить Ленинскую библиотеку. А до этого она была полузакрыта. Желающих оказалось такое количество, все ободранные, то, что сейчас называют бомжи. Мы были на бомжей похожи, только молоденькие бомжи. И мы там пересмотрели всю Ленинку, потому что в Ангоге мы что-то слышали, что какой-то сумасшедший там Ван Гог было, и все это в большой советской энциклопедии.
А тут мы увидели вот такие вот издания западные. Ван Гога, там, ну, Пауль Клейду, любых художников, которых мы не могли знать просто даже. Вот. И так, книги нам в этом смысле помогли, потому что за ночь-то еще до поднятия было далеко. У вас очень интересная концепция времени. Вы считаете, что время делится на возвратное, данное и предполагаемое. То есть в этой концепции уже время рассматривается не как объективное время, а как субъективное время, то есть объективное время, прошедшее сквозь человеческое сознание. Да, и вы считаете, что самое наиболее активное время – это время возвратное, то есть сознание человека, возвращающееся в прошлое. Из прошлого сюда возвращается, ну, к человеку. Но если он вызывает это в прошлое, скажем, случайно или интуитивно, или во сне, как угодно. А как бы вы ответили на критику этого положения, как-то это является жизнью в прошлом? Жизнью в прошлом? Нет, это является как раз прошлое. Оно только подчеркивает настоящее. А потом настоящее сейчас несколько преувеличивают, то, что называют искусством, скажем, вот сегодняшнего дня, сегодняшнего времени. Потому что это время, ну, потом будет завтра, потом будет послезавтра. Так что это все очень условное. При нас сменилось, после нас появился во главе всего движения Кабаков. Он создал советский, ну, российский, скажем, теперь уже, концептуализм. Тогда был еще советский. Вот. И создал вокруг себя группу, которая именно мыслила, ну, как он или близко к Кабакову. Так что... Чего у нас не было, у нас совсем кто в лес, кто по дрова. Создал групповое сознание, что и хорошо, что и... Вот, так что... Такие пироги.